Фокусник из Казахстана прославился благодаря трюку, во время исполнения которого едва не погиб. Эти кадры сняты еще год назад на свадьбе в Костанае, но сам ролик со страшными кадрами завирусился в сети буквально несколько дней назад. Фокусник Тарихан Жуманов выполнял известнейший трюк Гарри Гудини под названием «Аквариум». Суть в том, что закованный в кандалы и наручники фокусник должен выбраться из заполненного водой ящика, пока не закончится воздух. Тарихан избавился от оков, но не смог открыть замки. Он подавал специальный знак ассистенту, похлопав в ладоши. Но ассистент, вместо того, чтобы срочно его вытаскивать, решил почему-то этого не делать. Только после третьего хлопка судорожно начал открывать замки. Тарихан вылез в последнюю секунду. После того, как эти кадры завирусились, его пригласили на местное ток-шоу, где он признался, что еще чуть-чуть и было бы поздно. Сонгы култа ашалмадым, сигнал бердым. Был сигнал, да, ассистент келіп, кілтпен ашу керек. Бірақта ол ашпады, маған шанс берді, өзім ашуға. И солай болып қалды. Сіз тағы да содан кейін белгі бірақта тамадан да айтты, иә, шапалақ ұрыңыздар, бірақта ол білген жоқ, ол бірінші рет көріп отырды. Ассистент, который едва не погубил фокусника, оказывается, от греха подальше переехал в другую страну. Содан кейін ассистенттің жұмыстан шығып кеткен жоқ па? Жоқ, ол Турцияға кетті. Жұмыс істеп. Аквариум деген осы трюкті сіз орындап жүрген Қазақстандағы жалғыз азаматсыз. СНГ-де жалғыз мен ғана осы трюкті орындаймын. Бұл трюк танымал иллюзионист Гарри Гудининің трюгі. Да. Это трюк американского иллюзиониста Гарри Гудини. Пока писал этот ролик, случайно наткнулся на кадры с его исполнением. Представляете, этому видео больше 100 лет. У Гудини, конечно, этот трюк посложнее. Его закованным в ящике опускали в гудзон.